Сегодня у нас 26 июля 2019 год. Это мы находимся на Трошке за вторым мостиком. Вот там вот бульдозер работает. Вчера его привезли. Дамбу увеличивает по высоте. Вот. Там вот Игнат Челныч с бульдозеристом обедают. Вот сейчас его Владимир Юрьевич будет на той стороне пугать рыбу. А вот здесь вот будет Егор у нас палкой бить по воде. Далеко не отплывай, там, по-моему, это даже глубоко. Я, может быть, даже за лодку придется меня это фиксировать маленько. Ну да, может. Может, придержишься за нее как-то. Вот, сейчас нам надо главное бредень вот так вот. Так, я сапоги-то не снял. Ну вернись, сними, ты их наберешь. Ты же там будешь хлюпать и. Попробуй, вот гребешь ты и хлюпай. Хлюпни по воде, попробуй. О, нормально. А он ее сломает? Ее сломает. У него второе запасное есть. Запасное, да. Миша, ему тяжело. Это надо... Два грибка, шлепок, потренируйся. Два грибка, шлепок. Шлепок. Ну да, потому что как раз течение-то противно идет. Ветер. Нет. А? Я думаю, зря сапоги снимите. Там надо будет идти по тому берегу потом и хлюпать. Ну, вот вам как раз сапоги пригодятся. Не надо ничего. Потом лодку притащу. Ну. Как по тому берегу идти? Ну он же там зауженная часть будет. Он лодку оставит и пойдет уже с берега начнет хлюпать. Чем? Ну хотя бы веслом, а чем еще? А я думал, всегда... Лучше бы меня туда посадить. Ну, да, там же узко, там у него. Главное вот здесь. Там мы уже перекроем сами, в принципе. Он будет только немножко. И главная задача потом оттуда сюда гнать, когда мы там будем уже близко подходить, чтобы они туда забежали вперед и начали гнать на нас ее. На лодке, да? Нет. А как? Вот именно это. С той стороны. Нет, так я ж это не смогу в воду заходить сапога. А в воду не надо заходить. А где? Ну хотя бы сколько дотянетесь, вот можете потом ветку у него перехватить. О. Я даже не знаю, надо было вторую ветку, значит, взять. Не подумали о том, что с той стороны-то надо будет. А? А тут ветки не попадались, когда мы чистили? Там же кусты есть, в принципе. Ну, что сказать. Да ладно, сколько нагонит, сколько нагонит. Ну. Да, надо же мы ее сейчас сюда, и потом ее оттуда надо. Иначе она вся туда уйдет у нас, рыба. Ну что, поехали тогда, ладно. Егор. А он также на лодке может заплыть там туда и прям веслом лупашить. Какая разница? Что там заужина, лодка-то пройдет. Только по камышам не есть. Там сколько доедет до туда. Но все равно там, он там встанет на лодке. Станет? Она не проколется, ничего там. Да нет, там глубоко. Егор, давай, вставай. Бери мотню и мотню будешь до воды нести. С той стороны заходи, Сергей Павлович. Нет, надо будет туда со мной идти сейчас. До того берега-то не надо. До того нет, до того, конечно, не надо. Я не пойду. Поехали. Только смотри, чтобы мотня не перекручивалась, иначе она перекрутится сейчас вся. И мотня
натягивай, натягивай туда. Ну, что сильно не надо. Он Игнатий он сейчас идет. Сейчас заснимать будет. Все, выкидывай. Володя, выкидывай. Все, да. Все, иди за веткой. Ветку бери. И также впереди хлюпай. Метра за три до меня. За самый краешек всегда берись. За ветку я имею в виду, за краешек. Ну все, слава богу, за все.